Здравствуйте! Спортивный канал Сим ТВ в прямом эфире приглашает вас на немецкую трассу Нюрбургринг, арену гонки 7-го этапа немецкой кузовной серии DTM 2008 года. И все за то, что сегодняшняя гонка может стать одной из самых, а может быть даже и самой интересной в нынешнем сезоне, поскольку вчерашняя квалификация, которую мы показывали в прямом эфире, преподнесла массу сюрпризов из-за погоды. Ну а сегодня вы видите от того дождя, который поливал вчера Нюрбургринг, из-за которого квалификация в итоге была приостановлена, а ее третья часть и вовсе не состоялась. Сейчас дождя на трассе нет. Впрочем, не забывайте, что мы с вами в горах Айфель, и здесь погода может изменяться в любой момент, так что не исключено, что и в гонке дождь еще пойдет. Но в любом случае, даже если этого и не произойдет, то здесь гонка в районе замка Нюрбург все равно обещает быть очень интересной, поскольку многие пилоты вчера вот из-за этих сложных условий не сумели показать высоких результатов. Многие из фаворитов нынешнего сезона, и в итоге сегодня им предстоит прорываться вперед, и в первую очередь это, естественно, связано с гонщиками Мерседеса. Ну и вообще вчера после квалификации были многочисленные дискуссии по поводу вот этого принятого решения в итоге сформировать стартовую решетку по итогам первого сегмента квалификации. Но об этом мы поговорим с вами чуточку позже, буквально через несколько минут, когда вернемся вновь в прямой эфир на трассу Нюрбургринг. Оставайтесь на спортивном канале 7 ТВ. Мы возвращаемся на трассу Нюрбургринг в прямом эфире на спортивном канале 7 ТВ. В 20-е и 30-е годы здесь, на северной петле Нюрбургринга, сражались между собой титаны немецкой автомобильной промышленности Mercedes-Benz и Auto Union 4 кольца. Ну а сейчас на уже новой трассе Нюрбургринг вновь это же противостояние, вновь Mercedes против Audi, трехлучевая звезда против четырех колец. Стартовая решетка сейчас на ваших экранах, но о ней мы поговорим более детально чуточку позднее. Ну а пока что вернемся вот к той теме, которую мы начали до нашего небольшого перерыва, к теме противостояния здесь Норберта Хауга и Вольфганга Ульриха, руководителей команд Audi и Mercedes после вчерашней квалификации. Если вы ее смотрели в прямом эфире на нашем канале, то прекрасно знаете о том, что в итоге было принято решение из-за сильнейшего ливня отменить третью часть квалификации, и стартовая решетка сегодня сформирована по итогам первого сегмента квалификации, а не второго, который был прерван красными флагами. И это вызвало большое недовольство Норберта Хауга, но пока что мнение обладателя пола Тома Кристенсена. Естественно, я очень доволен тем, что стартую с первой позиции, ну и особо я доволен тем, что сегодня на разминке машина показала себя с самой лучшей стороны, а это означает, что мы можем ехать быстро не только под дождем, как вчера в квалификации, но также и на сухой трассе. It could also be that there is a chance that there's another front which could take it away. So that's the moment what we are sort of waiting for. Впрочем, борьба обещает быть очень упорной, поскольку пилоты Мерседеса здесь очень близки к нами, ну и многое, конечно же, будет решаться в первом повороте. Так вот, что касается Норберта Хауга, то вчера босс Мерседеса был недоволен тем, что в итоге стартовая решетка сформирована была не по итогам второго сегмента квалификации, который был остановлен красными флагами. Тогда, я напомню, лидировал на момент остановки Мартин Томч, а в итоге по результатам первого, самого первого сегмента квалификации, который обычно ничего не решает, за исключением последних пяти позиций. Гонщики стараются разве что только попасть в число 14 лучших, чтобы пройти в следующую стадию квалификации. Но вот именно такие необычные, сложные погодные условия, сильнейший ливень вчера преподнесли сюрприз. И в итоге именно результаты первой квалификации, первой ее части стали и решающими. Ну и вот Норберт Хауг сейчас на ваших экранах, и мы послушаем его мнение по поводу прогнозов на грядущий. Гонку. Пока сложно о чем-то говорить, квалификация была очень странной. И сейчас, посмотрите, вроде бы солнечно, но дождь может начаться в любую минуту. Much does the weather count for? I mean, if it's going to start pouring again, how exciting is that race going to be, and how difficult? Насколько сложно это будет гонка для вас? Ну да, три наших заводских пилота показали весьма низкие результаты в квалификации. Им придется прорываться сегодня вперед. Это всегда непросто.
in Q2, but not in Q1. Well, we can expect. Что ж, если бы результаты, вот как сейчас сказал Норберт Скаук, давались по результатам второго сегмента квалификации, то мы бы были гораздо ближе, но в итоге по параграфу 48.5 в спортивном регламенте серии ДТ именно по первому сегменту в итоге вчера была сформирована стартовая решетка. Ну а вот этот параграф, вот это правило говорит о том, что если квалификация останавливается и не возобновляется заново из-за каких-то обстоятельств, вот, например, сильнейший дождь, то стартовая решетка формируется на основе сегментов, которые были к этому моменту закончены. В принципе, был закончен и второй сегмент квалификации, но был он закончен красными флагами. И, исходя вот из этого, руководство серии решило, что полноценно состоялся только самый первый сегмент этой квалификации. Ну и, соответственно, именно по его результатам и сформирована стартовая решетка сегодняшней гонки. Ну а сейчас на ваших экранах турнирная таблица после 6 этапов. И здесь достаточно напряженная борьба. Тима Шайдер по-прежнему сохраняет первую позицию. Однако после своей победы Маттиас Экстрем проигрывает ему уже всего лишь 5 очков. И еще в одном пункте позади лучший из гонщиков Мерседеса Джейми Грин. Ну а сейчас, пожалуй, самое интересное на ваших экранах. Нет, я говорю не о Томе Кристенсене, а о каплях, которые появляются на его автомобиле. И, судя по всему, нас вполне может ожидать дождевая гонка. Причем дождь может пойти непосредственно в момент старта. И сейчас болельщики на трибунах, мы видим, уже готовятся к началу дождевого этапа. Уже раскрывают свои зонтики. Это означает, что дождь пошел. Ну а на стартовой решетке, судя по всему, все пилоты на сухих шинах. Ну и сейчас самое время перейти именно к порядку пилотов на стартовой решетке этой гонки. Итак, на пол позиции Том Кристенсен. Это первый пол для датчанина в нынешнем сезоне и пятый в его карьере в серии ДТМ. Последний датирован Хоккенхаймом прошлого года, последним этапом сезона 2007 года. Ну и надо сказать, что из этих пяти полов, когда Том Кристенсен стартовал с первой позиции, ему всего лишь раз удалось в итоге победить в самой гонке, и было это в Ошерслебене в 2006 году. Признал датчанин, что оказался, конечно же, на поуле он во многом благодаря удаче, но тем не менее стоит признать, что он был лучшим и в пятницу во время первой тестовой сессии, и также в субботу на тренировке, так что Том Кристенсен здесь с самого начала уикенда показывал очень хорошие результаты. Ну и первая главная сенсация вчерашней квалификации — это вторая позиция Майка Рокенфеллера за рулем прошлогодней Audi команды Росберг. Только и остается воскликнуть: о, счастливчик, по отношению к Майку Рокенфеллеру, поскольку вчера именно он стал виновником остановки второй сессии квалификации, когда вылетел с трассы в первом повороте Кастрол. Но в итоге вот эта остановка принесла ему, как ни странно, вторую позицию на стартовой решетке. Он стартует со второго места. Ну и стоит отметить, что в прошлом году ему уже удавалось за рулем своей прошлогодней Audi стартовать вторым. И было это в Ошерслебене. Причем финишировал он тогда на третьем месте позади Гарри Паффита и Пола Ди Реста, также на прошлогодних автомобилях. Вторая линия стартового поля, и на третьей позиции Мартин Томчик, еще один заводской пилот Audi, триумфатор прошлогодней гонки на Нюрбургринге. Именно он показал лучший результат во второй части квалификации в тот момент, когда она была остановлена, но в итоге этот результат засчитан не был, и Мартин Томчик стартует с третьей позиции, ну а следом за ним Гарри Паффит. Лидировал он большую часть первой сессии квалификации. В итоге под конец его опередили Кристенсен, Рокенфеллер и Томчик, но все равно британец остался очень доволен своим результатом. Естественно, он лучший из представителей Мерседеса по итогам вчерашней квалификации, при том, что пилотирует прошлогоднюю машину команды Пирсон. На пятой позиции Маттиас Экстрем, заводской гонщик Audi, и швед признал, что после такой квалификации в таких сложных условиях и пятое место — это большая удача. Ну и стоит отметить, что у Маттиаса Экстрема здесь, конечно же, есть возможность побороться за лидерство в чемпионате после этого этапа. Он всего лишь 5 очков, еще раз отмечу, проигрывает Тима Шайдеру. Вы видите, сколько поклонников здесь Audi. Это не случайно, поскольку ингольштадтский концерн пригласил сюда 1000 работников своего завода. Специальные трибуны здесь арендованы под именно поклонников Audi. Ну и вот сейчас они размахивают флажками, поддерживая своих гонщиков. Далее на шестой стартовой позиции Берт Шнайдер, лучший из заводских пилотов Мерседеса по итогам квалификации. Тем не менее, сказал немец, что недоволен тем, что решетка стартовая засчитана
вот по результатам первого сегмента квалификации, поскольку в этом сегменте он сражался только за то, чтобы попасть в число 14 лучших. Ну и далее на седьмом месте, и это еще одна из наибольших сенсаций вчерашней квалификации, Ральф Шумахер, немец, пожалуй, один из главных героев всего этого уикенда. Он был шестым в пятницу, и в итоге седьмой результат квалификации — это его лучшее достижение в этом году, в его дебютном сезоне в серии ДТМ. Я напомню, что в Хоккенхайме на первом этапе он был 15-м, далее в Ошерслебене 13-м, Муджела также на 13-й позиции, как и в Лаузитц-ринге. На Норрис-ринге он был 11-м, до сих пор это было его лучшим достижением. В Занфорте он стартовал в самой последней позиции, но здесь блестяще реабилитировался на трассе, на которой он выигрывал гонку Формулы-1 в 2003 году Гран-при Европы. Итак, Ральф Шумахер стартует 7-м, вот он на ваших экранах. И вчера он сказал, что сегодня попробует побороться за свои первые очки в карьере пилота серии ДТМ. Далее на восьмой позиции его партнер по команде Мюки, еще один пилот прошлогоднего Мерседеса, Мара Энгель. Он сказал, что рассчитывал на восьмую позицию перед квалификацией и рад в итоге на ней и оказаться. И лишь на девятом месте Тимо Шайдер, лидер этого чемпионата. Для него это худшая квалификация в нынешнем сезоне, поскольку, я напомню, у него было три поула и вообще ниже второго ряда стартового поля он ни разу не опускался в этом году. Ну и расположился в итоге на девятом месте. Также был очень огорчен тем, что в итоге стартовая решетка сформирована по итогам первого сегмента квалификации, поскольку в нем он, как и Берт Шнайдер, как и многие другие, не рисковал и, совершив пару быстрых кругов, вернулся в боксы, чтобы уже не рисковать разбитым автомобилем и больше на трассе не появлялся. Далее на 10 месте Алекс Прима, француз, выступающий за команду «Феникс» на прошлогодней «Ауди», также уверен, что его результат мог бы быть гораздо лучше. Ну и на 11 месте Маркус Винкельхок. Пока обратите внимание, что некоторые пилоты, но далеко не все, сейчас рискнули после прогревочного круга вернуться в боксы, чтобы, возможно, надеть промежуточные шины. Остальные же, судя по всему, остаются на сликах. Мы видим Матис Экстрем вот в этой неразберихе допустил небольшую ошибку и заехал не к своим механикам, но, по крайней мере, шведу поставили сухой комплект шин. Возможно, что остальные как раз едут на промежуточные, именно на промежуточных шинах. Возможно, все выехали на стартовую решетку. В любом случае, интрига обещает быть очень интересной. Ну и быстро у остальных позиций. Лишь на 12 месте Пол Ди Ресто, еще один заводской пилот Мерседеса. Также не повезло вчера в квалификации Джейми Грину. Он на 13 месте. Матис Лауда 14, Сьюзи Стоддард на 15 месте. И лишь 16-й Бруно Спенглер, еще один заводской пилот Мерседеса. В итоге подопечным Норберта Хауга предстоит сегодня потрудиться, чтобы прорваться вперед. И вот старт этой гонки. Том Кристенсен явно здесь пробуксовал. И Майк Рокенфеллер сейчас поравнялся с машиной датского пилота. Еще задолго до торможения перед Кастролом возглавил эту гонку. Майк Рокенфеллер за рулем прошлогодней Ауди возглавляет заезд на Нюрбургринге. Том Кристенсен следом за ним. Небольшие капли дождя сейчас в первом повороте. Мы видим, что развернуло один из автомобилей. Мне показалось, что это был Мара Энгель. Ну а тем временем Гарри Паффи творит просто чудеса. И сейчас в Мерседес-арене с рулем своего прошлогоднего Мерседеса он вырывается в лидера, при том, что стартовал только четвертым. Гарри Паффи просто неудержим сейчас на первом круге этой дистанции. Именно британец возглавляет эту гонку. Кристиан Альберс очень неплохо стартовал. Он в середине пелотона. Однако вот здесь едва не вылетел с трассы. Но Кристиан Альберс очень высок. Ну а посмотрите, кто на второй позиции. Если я не ошибаюсь, то это черный Мерседес Ральфа Шумахера. Посмотрим подтверждение, или же это Пол Ди Ресто сумел так здорово подняться. Похоже, все-таки шотландец, поскольку Ральф Шумахер мелькнул чуточку дальше. Значит, Полу Ди Ресто удался просто невероятный старт сейчас. И он идет на второй позиции. Но мы видим, что здесь явно различается темп разных пилотов. Судя по всему, некоторые гонщики едут на разных комплектах шин. Кто-то на сухих, кто-то, может быть, на промежуточных. Сейчас тяжело, конечно же, говорить о том, каково реальное состояние трассы. Мы видим, как здесь Ральф Шумахер активно борется в шикане НГК, опережает своих соперников. Он обогнал, если я не ошибаюсь, Мерседес под управлением Джейми Грина. А Том Кристенсен тем временем сворачивает в боксы после первого круга дистанции. Тем временем здесь на трассе Гарри Паффи уже на почти 2 секунды опережает Пола Ди Ресто. Но Ди Ресто, который стартовал очень далеко, лишь с 12-й позиции, сейчас идет на втором месте. Блестящий старт шотландского гонщика. И мы видим, что здесь борьба продолжается, но некоторые пилоты сейчас свернули обратно в боксы в стане Мерседеса. Естественно, внимательно следят за происходящим. Мартин Томчик только что побывал на питлейне. К сожалению, мы не увидели, какой комплект шин надели вот этим гонщикам, которые свернули в боксы. Тут Том Кристенсен, Мартин Томчик и один из пилотов команды «Феникс» — это Алекс Прима. Они побывали
в боксах, но я все-таки рискну предположить, что, возможно, многие пилоты рискнули выйти на старт на промежуточных комплектах шин, вот как Маттиас Экстрем, например, поскольку ему после прогревочного круга, очевидно, надели именно слики, шины для сухой погоды. Вполне возможно, то же самое было и у других пилотов команды Audi, у Тома Кристенсена и Мартина Томчика, и сейчас вновь они вернулись в боксы за комплектом сликов, в то время как на трассе действительно создается впечатление, что сейчас достаточно сухо, впрочем, в некоторых отдельных участках трассы явно накрапывает дождик. Ну и можно предположить по темпу пилотов Мерседеса, что они как раз решили выйти на старт на шинах для сухой погоды, и именно поэтому сейчас Гарри Баффет так уверенно и лидирует в этой гонке. Давайте посмотрим еще раз за повтором старта. Здесь Майк Рокенфеллер уверенно лидирует, однако в первом же повороте допускает небольшую ошибку. Том Кристенсен и Гарри Баффет с ним практически здесь поравнялись. Ну и Баффет в итоге на входе в Мерседес-арену сумел по внешнему радиусу пройти двоих своих соперников. Ну а в итоге Майк Рокенфеллер к концу круга допускает ошибку, срезает он шикану НГК и теряет практически все на этом позиции. Мы видим, что здесь Ральф Шумахер очень неплохо прорывался вперед. Тем временем, после двух кругов дистанции, впереди два Мерседеса. И какие Мерседесы? Это Гарри Баффет и Ральф Шумахер. Пол Ди Ресто, простите, он на второй позиции. Далее Берт Шнайдер и Джейми Грин. Ну а что касается Ральфа Шумахера, то он занимает пятое место. Впереди Бруно Спенглера. Таким образом, у нас сейчас на первых шести позициях шесть пилотов Мерседесов. Кто бы мог это себе представить по итогам вчерашней квалификации? Шесть пилотов Мерседеса сейчас на первых шести позициях. Более того, на седьмом месте также гонщик Мерседеса. Это Сьюзи Стоддер за рулем прошлогодней машины. А лучшие из Ауди под управлением Оливера Джарвиса сейчас только на восьмой позиции. В данный момент Маттиас Экстрем и вовсе только девятый. Далее Маттиас Лауда, Тимо Шайдер, лидер чемпионата на 11 строчке. Кристиан Альберс 12-й. Далее Маркус Винкельхок, Кэтрин Лек, Мара Энгель, Том Кристенсен после своего пит-стопа. Обладатель Поула откатился аж на 16 место. Майк Рокенфеллер далее на 17 месте. Мартин Томчик, прошлогодний победитель гонки на Нюрбургринге, занимает в данный момент 18 место. И на последней позиции Алекс Прима. Он также побывал в боксах после первого пит-стопа. Тем временем Гарри Баффет после трех кругов гонки продолжает лидировать на полторы секунды, опережая Пола Ди Ресто, заводского пилота команды Мерседес. Позади же здесь борьба, и Тимо Шайдер пробует атаковать Маттиаса Лауду перед первым поворотом. То же самое Оливер Джарвис пробовал сделать по отношению к Маттиасу Экстрему. Но обе эти атаки успехов здесь пилотам не преподнесли. Мы видим, что, по крайней мере, в районе прямой старт-финиш, в районе Мерседес-арены накрапывает дождик. Но он совсем не сильный, конечно же, не сравнить с тем, что было вчера здесь во время квалификации. Тем временем Тимо Шайдер поймал здесь практически на ошибке Маттиаса Лауду. Но следующий поворот был правый. В итоге австриец сумел закрыться. Но все-таки разгон лучше у Тимо Шайдера. И похоже, что удается немцу все-таки сейчас преодолеть сопротивление неуступчивого традиционно Маттиаса Лауды и опередить австрийского гонщика, сына трехкратного чемпиона мира Формулы-1. Именно на Нюрбургринге произошла вот та страшная, знаменитая авария Ники Лауда в 1976 году. Правда, еще на старой трассе на северной петле, когда австриец едва заживо не сгорел в своей Феррари. После этого гран-при Формулы-1 ушли с Нюрбургринга и вернулись сюда только в 1984 году, когда была построена вот эта новая трасса. Тем временем Бруно Спенглер на торможении перед шиканой НГК опережает Ральфа Шумахера, таким образом оттесняя немца на шестую позицию. Ну и если говорить о трассе Нюрбургринг, то в 1984 году самая первая гонка, которая состоялась вот на этом новом кольце Нюрбургринг, была именно среди кузовных автомобилей, причем на старте были абсолютно одинаковые Мерседесы 190Е, и тогда владельцы трассы Нюрбургринг решили отметить открытие нового кольца гонкой звезд. За рулем этих Мерседесов выступали известные гонщики в то время, звезды Формулы-1, такие как Карлос Рёйтемен, Кеки Росберг, Джон Уотсон, Дэнни Хьюм, Джоди Шехтер и многие другие. Был среди них и Ники Лауда. Он финишировал, кстати, в итоге в этой гонке на втором месте. Ну а победу одержал тогда еще мало кому известный бразилец Айртон Сенна, в будущем бразильский волшебник и трехкратный чемпион мира Формулы-1. Вот такие на Нюрбургринге всегда кипят страсти, будь то это старая трасса или новая, пускай даже и более короткая версия вот этого нового кольца, поскольку традиционно гонки ДТМ проводятся на более короткой версии. И вот здесь после Мерседес-арены, после небольшого прямого участка, пилоты как бы срезают эту трассу, они минуют повороты Форд, Данлоп и новый поворот, который был в прошлом году назван именем Михаэля Шумахера, и сразу попадают к виражу Кума. Более
наиболее короткой версии трассы. В итоге она составляет 3 километра 629 метров. Ну и сегодня пилотам предстоит преодолеть по ней 43 круга. И, кстати, стоит отметить, что окно пит-стопов будет открыто, начиная с 11 круга. Сейчас же мы видим здесь, как Матис Экстрем атакует Сизи Стоддарт. И это последний поворот трассы. Кока-кола не пускает Сизи Стоддарт шведского гонщика. Здесь она вполне может это себе позволить, поскольку ни одного пит-стопа планового на счету этих гонщиков не было. Так что это реальная борьба. И здесь синими флагами также маршалы не должны размахивать перед Сьюзи Стоддарт. Но, тем не менее, все-таки Матис Экстрем на торможении перед Кастролом опережает шотландскую пилотессу. Тем временем сгущаются тучи явно над Нюрбургрингом. Но все-таки еще раз отмечу, что здесь дождь может как быстро пойти, так же быстро и закончиться, вновь начаться. Погода здесь абсолютно непредсказуемая. Ну и в итоге мы становимся свидетелями абсолютно непредсказуемой гонки. Вчера квалификацию многие здесь называли лотереей. Но похоже, что гонка может превратиться воистину в настоящую лотерею. Не раз мы, в общем-то, становились свидетелями подобных гонок на Нюрбургринге. Стоит вспомнить хотя бы прошлогодний Гран-при Европы Формулы-1 здесь же, на этой же трассе, когда Маркус Винкелькок в свой дебют сумел за рулем слабого спайкера возглавлять эту гонку. Ну а Матис Экстрем сейчас сумел опередить Сьюзи Стоддарт. Тем временем как раз Майк Рокенфеллер, который возглавлял эту гонку буквально несколько метров с самого старта, сворачивает в бокс. 3 секунды с половиной потребовалось механикам на замену четырех колес. Тем временем Тима Шредер также обходит Сьюзи Стоддарт в шикане НГК и таким образом выигрывает одну позицию. Ну а что касается Майка Рокенфеллера, то вот этот его пит-стоп уже можно считать, нет, еще нельзя считать плановым, поскольку прошло, конечно же, 6 кругов, гораздо меньше тех 11, после которых должны начаться плановые остановки. И, кроме того, также стоит отметить, что вот те все пит-стопы, которые мы видели с вами до этого момента, в том числе и Матиаса Экстрема, Мартина Томчика, Тома Кристенсена, они также не будут засчитаны как плановые. Плановые пит-стопы, обе плановые остановки нужно совершать исключительно в отведенное окно. Я напомню, что перед предыдущим этапом это окно было расширено. Первый пит-стоп теперь можно совершать после четверти дистанции. Ну и вторую остановку нужно отбыть в боксах до окончания трех четвертей дистанции, отведенной на эту гонку. Соответственно, здесь, на Нюрбургринге, окно пит-стопов с 11 по 32 круг включительно. Ну и сейчас мы возвращаемся к двум лидерам. И здесь Пол Ди Ресто сумел догнать практически вплотную Гарри Паффита. И вполне возможно, что в ближайшее время пилот на новом Мерседесе попробует отобрать лидерство у Гарри Паффита, который пилотирует прошлогоднюю машину. Ну а тем временем лучшее время прохождения круга у короля ДТМ, пятикратного чемпиона серии Берта Шнайдера. Он на третьем месте и сейчас также активно нагоняет пару лидеров этой гонки. Следом за Шнайдером Джейми Грин, который стартовал с 16 места, но сейчас идет на 4-й позиции. Далее Бруно Спенглер также, Бруно Спенглер стартовал с 16-й позиции, Джейми Грин чуть лучше с 13-го места. Но оба эти гонщика сейчас среди лидеров первой шестерки. Грин 4-й, Спенглер 5-й и Ральф Шумахер на 6-й позиции. Лучший из представителей Audi. Матиас Экстрем сейчас только 7-й. Он впереди Тима Шайдера. Тем временем Пол Ди Ресто уже, если можно так выразиться, висит на заднем антикрыле автомобиля Гарри Паффита и начинает даже свои первые атаки на британского пилота. Явно, что в стане Мерседеса здесь абсолютно угадали с выбором резины, с настройками. Вот, по крайней мере, на начальную стадию этой гонки, поскольку полное доминирование пилотов Мерседеса на первых кругах этого заезда, в то время как многие гонщики Audi вынуждены были сначала, некоторые из них даже после прогревочного круга, кто-то после первого круга уже самой гонки сворачивает боксы и менять резину. Я думаю, что мы после финиша, скорее всего, ну или во время первых остановок уже сможем точнее говорить о том, на каких шинах выступают сейчас в данный момент дистанции гонщики Мерседеса и на каких же шинах выехали на старт пилоты Audi. Ну, можно предположить, что в Audi действительно сделали ставку на дождь. И сейчас Пол Ди Ресто атакует в шикане НГК Гарри Паффита. И у нас смена лидера. Пол Ди Ресто возглавляет эту гонку. Гарри Паффит теперь на второй позиции. И Берт Шнайдер уже практически вплотную за британцем. Так вот, что касается Audi, то, скорее всего, в ингольштадтской команде решили рискнуть и выехать на стартовую решетку на промежуточных шинах. Надеюсь, что в начале гонки пойдет сильный дождь. И это, в общем-то, им окупится. Они смогут ехать по трассе гораздо быстрее, чем Мерседесы на сухих шинах. Но в итоге сильного дождя не пошло. Да, он немножечко накрапывает. Но мы видим, что траектория абсолютно сухая. И никаких шлейфов, брызг позади автомобилей сейчас нет. Но это на ваших экранах повтор обгона Пола Ди Ресто на Гарри Паффита. Здесь сумел шотландец достаточно четко подготовить свою атаку. И в итоге именно Пол Ди Ресто сейчас
возглавляют эту гонку. Ну а Гарри Паппин теперь обороняется от атак Берта Шнайдера. Это борьба за вторую позицию. И сейчас мы видим Пол Ди Ресто, пользуясь вот этим сражением, пользуясь тем, что явно Гарри Паппин идет по трассе чуть медленнее, чем пилоты на новых Мерседесах, начинает создавать отрыв. Пол Ди Ресто лидирует в этой гонке, несмотря на то, что начинал он ее лишь с 12-й позиции. Но вот борьба пилотов сейчас Audi на ваших экранах. Это Маттиас Экстрем и Тимо Шредер. Причем борьба весьма актуальная и принципиальная. Это два лидера нынешнего сезона. Тимо Шредер, напомню, лидирует в чемпионате. На его счету 35 очков, в то время как у Маттиаса Экстрема на 5 пунктов, вернее 40 очков на счету у Тимо Шредера и 35 очков на счету Маттиаса Экстрема. Соответственно, борьба между двумя гонщиками Audi очень плотная. Ну и многие после вчерашней квалификации, ну и вообще предполагали, что именно Экстрем и Шайдер в итоге станут главными претендентами на чемпионский титул. Хотя, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов гонщиков Мерседеса. И особенно учитывая фантастическое для них начало этой гонки, поскольку и Джейми Грин, и Пол Ди Ресто, и Бруно Спенглер еще весьма имеют неплохие шансы побороться за титул. Тем временем Берт Шнайдер атакует Гарри Паффета, и пятикратный чемпион серии ДТМ опережает гонщика, выигравшего титул в 2005 году. Берт Шнайдер сейчас на второй позиции. Посмотрим за темпом немецкого ветерана, сумеет ли он броситься в погоню и догнать Пола Ди Ресто. Не очень удачно складывается для Берта Шнайдера этот сезон. Многие даже стали поговаривать о том, пока нам напоминают, что окно для пит-стопов здесь с 11 по 33 круги. Многие стали поговаривать, что Берт Шнайдер и вовсе может лишиться места в заводской команде Мерседес на будущий год. В особенности после впечатляющих результатов Ральфа Шумахера. Здесь вчера вечером в паддоке Нюрбургринга активно обсуждалось то, что Ральф на следующий год может получить место уже за рулем нового Мерседеса. Ну и также отмечаются, конечно же, очень хорошие результаты в этом сезоне страны Оливера Джарвиса и Майка Рокенфеллера. Также Мара Энгель перед этим этапом говорил, что рассчитывает очень получить заводской Мерседес на будущий год. Но посмотрим, как будет все на самом деле. Сейчас на ваших экранах борьба здесь за шестую позицию. И пара Ауди сумела догнать Ральфа Шумахера. Маттиас Экстрем по-прежнему впереди Тима Шайдера. Маттиас Экстрем идет на седьмом месте, является лучшим пилотом Ауди в этой гонке. Я напомню, что Маттиас Экстрем, ну, рискну предположить, так же, как и Тима Шайдер, побывали уже в боксах. Ну, а сейчас швед сворачивает на уже свой второй пит-стоп в этой гонке, но первый плановый. Свою первую остановку он совершил еще даже до начала гонки, после прогревочного круга, когда поменяли резину его механики, судя по всему, с промежуточной на сухую. Ну, а сейчас уже волна первых плановых пит-стоп. И мы видим, что здесь и Бруно Спенглер, и Маттиас Экстрем, и также Сьюзи Тоддарт, Оливер Джарвис, Майк Рокенфеллер, Маркус Винкельхок и Кристиан Альберс. Вот эти гонщики решили не затягивать и буквально на первом же круге открытия окна для пит-стопов свернули в боксах. Естественно, из них первым из боксинг-газа выворачивает Бруно Спенглер. Он оказывается позади Мартина Томчика. Посмотрим, здесь Audi может сыграть командную карту, что называется. Сейчас Мартин Томчик, может быть, немножечко сумеет придержать позади себя Бруно Спенглера. Ну а что касается дальнейших позиций, то там Маттиас Экстрем также выехал на трассу впереди всех своих конкурентов. Но в любом случае лидеры пока что остаются на трассе на еще один круг. В Занфорте вот это расширение окна для пит-стопов не привело к обострению ситуации в гонке, как многие на то рассчитывали. Но это было связано с спецификой трассы в голландских дюнах, поскольку там было наиболее выгодно останавливаться как можно раньше, как на первый, так и на второй пит-стоп, что мы увидели как раз на примере Маттиаса Экстрема, который обе свои остановки провел на круг раньше, чем Тимо Шайдер, и в итоге сумел остаться впереди явно более быстрого немецкого гонщика. Здесь же на Нюрбургринге совсем другая ситуация, к тому же погода, не будем забывать о погоде, и сейчас вполне возможно для пилотов имеет возможность, если, конечно же, позволяет запас топлива в баках, оставаться на трассе как можно дольше, поскольку дождь может пойти в любой момент, и здесь можно получить неоспоримое преимущество. Вот, к сожалению, было очень плохо видно на этом кадре, какие же шины были у Берта Шнайдера по ходу вот этого первого отрезка дистанции. Но, судя по всему, слики, скорее всего, именно сухие шины, поскольку мы видим, что дождь хоть и накрапывает над отдельными участками трассы, но в целом асфальт сейчас сухой. Также Тимо Шайдер побывал в боксах, и здесь интересно, вернется где Тимо Шайдер, впереди или позади Маттиаса Экстрема. Бок о бок две Audi, но все-таки преимущество здесь у Маттиаса Экстрема. Он успел прикатать свою резину вот за этот круг, который прошел на новом комплекте. Тимо Шайдер вновь возвращается на трассу непосредственно позади своего шведского товарища по команде. Опасный эпизод здесь был в боксах Audi. По крайней мере, у Шайдера были слики здесь по ходу первого отрезка дистанции. Но он, я так предполагаю, также успел
заехать в боксы либо после прогревочного круга, либо после первого круга основной дистанции. Так вот, здесь колесо отлетело из рук механиков и ударилось даже о кузов автомобиля. К счастью, ничего серьезного там не случилось. И в итоге Тимо Шредер сейчас продолжает свою погоню за Маттиасом Экстромом. Ну а здесь действительно вот то, о чем я вам и говорил. Мартин Томчик сейчас сдерживает Бруно Спенглера, и уже несколько кругов канадцу, который явно сейчас едет по трассе быстрее, ему тут же удалось догнать немецкого гонщика. Не удается его пройти. Это борьба за 10-е место. И атака со стороны Бруно Спенглера на входе в шикарную НГК. И атака успешная. В итоге Бруно Спенглер перемещается на 10-е место в этой гонке. Гарри Паффит и Джейми Грин, который между делом вышел на 3-ю позицию. Сейчас два этих пилота находятся в боксах на своих плановых первых остановках. Посмотрим, как вернутся они на трассу. Здесь все без изменений. Правда, мне так показалось, что механики Грина сработали чуточку быстрее. Он сейчас практически вплотную преследует Гарри Паффита. Но британцу сейчас на руку играет то, что между ним и Грином втесалась Кэтрин Лег, и сейчас она вот разделяет эту пару. Еще один пит-стоп Тома Кристенсена, второй по ходу этой гонки, но первый плановый. Здесь же какой-то дым мы видели, может быть, кого-то развернуло в первом повороте перед Тимо Шредером, но, по крайней мере, нам ничего не показывают, может быть, просто кто-то перетормозил. Очень быстрый пит-стоп был у Тома Кристенсена, в итоге датчанин возвращается обратно на трассу, но обладатель пола сейчас только на 10-й позиции. Действительно, были здесь проблемы. Были проблемы, причем именно у Тимо Шредера. Он отковал на торможении перед поворотом Кастрол Маттиаса Экстрома, но тормозил крайне поздно и в итоге допустил здесь ошибку. К счастью, не выехал вот за асфальтовую зону безопасности, не попал в гравий, но в итоге выпустил обратно Маттиаса Экстрема вперед. Ну и теперь снова немцу, прежде чем атаковать шведского гонщика, нужно его догонять. Кстати, если говорить о Маттиасе Экстреме, то он, естественно, сюда приехал в хорошем настроении после своей победы на Занфорте. Ну и вообще для семейной четы Экстремов этот промежуток 2 недели после гонки на Занфорте выдался очень удачным, поскольку супруга Маттиаса Экстрема Тина Тернер, которая выступает в роли штурмана в ралли Рейдек, сумела вместе с Насером Алитьяком на BMW выиграть Баку в Испании. Вот такой успешный месяц для Экстрема и его супруги Тины Тернер. Тем временем Ральф Шумахер побывал на своей первой остановке. Ральф Шумахер, который до пит-стопов шел на 6-й позиции, сопротивлялся как раз атакам Экстрема и Шредера. И сейчас после пит-стопа возвращается позади гонщиков 4-колес. Он пропускает вперед себя и Маттиаса Экстрема, и Тима Шредера. Мы видим, что сейчас дождь, такое впечатление, что усиливается, по крайней мере, здесь, в районе Мерседес-арены. Причем, по иронии судьбы, именно здесь вот построены дополнительные трибуны для работников завода Audi. Именно здесь они находятся, в Мерседес-арене, как это ни странно. Ну и вот эти дополнительные трибуны также связаны с тем, а пока мы видим здесь борьбу двух пилотов Audi, которые выступают при спонсорской поддержке Red Bull, Маттиаса Экстрема и Мартина Томчика. Но что касается Томчика, то он еще в боксах не был, но тем не менее без борьбы пропустил сейчас вперед своего шведского партнера по команде, который в боксах-то уже один раз плановый, один раз, естественно, побывал. Не будем забывать, что в общей сложности это уже вторая остановка для Маттиаса Экстрема. Первый он совершил еще до начала старта, после прогревочного круга. Сейчас у нас в боксах еще не был Пол Ди Ресто, лидер этой гонки, и не был в боксах также Маттиас Лауда. И австриец вышел таким образом на вторую позицию в этой гонке. Из тех же гонщиков, которые в боксах уже побывали, сейчас лидирует Берт Шнайдер. Он опережает Гарри Паффита и Джейми Грина. Ну и далее замыкает первую шестерку Мара Энгель. Но Мара Энгель еще в боксах не был, и, по крайней мере, еще один круг останавливаться не будет, поскольку сейчас он миновал поворот Кока-Кола и не заехал в боксы. Вот Кэтрин Лег туда свернула и, соответственно, тут же опускается резко вниз по стартовым протоколам. Ну а здесь Тимо Шредер без борьбы обходит Мартина Томчика. Посмотрим, легко ли сдастся немец по отношению к Ральфу Шумахеру. Наверняка здесь борьба будет гораздо более жесткая. Но, с другой стороны, не будем забывать тот факт, что Ральф Шумахер в боксах уже был. Мартин Топчик же на своем первом плановом пит-стопе еще не побывал. И теоретически, учитывая вот эти новые правила, которые введены в этом году, чтобы избежать так называемых мобильных шикан, сейчас Мартину Томчику должны показывать синие флаги, и он должен пропустить и Ральфа Шумахера, так же, как он это сделал и по отношению к Тимо Шредеру и Маттиасу Экстрему, своими партнерами по команде Audi. Посмотрим за развитие ситуации вот в этой группе. Тем временем будем, конечно же, ждать также и пит-стопа Пола Ди Ресто. Тем временем Маттиас Лауда также побывал только что в боксах и, соответственно, откатился достаточно далеко назад, аж на 13-е место. Со второго, соответственно, на вторую позицию вновь переместился Берт Шнайдер, и Гарри Паффит на 3-й позиции в данный момент, и Джейми Грин
следом за ним. Ну а вот сейчас Ральф Шумахер, из его автомобиля мы видим эту гонку. Он начинает отковать Мартина Тончика. Вообще Нюрбургринг — это знаковое место, если можно сказать так, для экс-пилота Формулы-1. Тем временем атака в повороте Кока-Кола. Ральф Шумахер здесь обходит Мартина Тончика. Именно в этом самом повороте он в 99-м году во время Гран-при Европы Формулы-1 сумел на своем Вильямсе, тогда не блиставшем, выйти в лидеры гонки. Увы, были хорошие шансы тогда у Ральфа на победу, но в итоге все закончилось дело проколом, и не сумел он выиграть также вот ту памятную гонку, которая вот также была насыщена дождевыми событиями и переменчивой погодой. В итоге все закончилось сенсационной победой Джонни Херберта на Стюарте. Ральф Шумахер также имел тогда шансы на успех, но в итоге прокол колеса подвел его, и Ральф Шумахер вылетел с трассы. Здесь же смотрим на борьбу между Маркусом Винкельхоком и Кристианом Альберсом, цепляя здесь обочину как раз в том месте, где трасса как бы вот срезается, уходит в сторону Маркус Винкельхок, и в итоге подпустил к себе еще ближе Кристиана Альберса. Ну а позже и вовсе допускает серьезную ошибку Маркус Винкельхок. Явно, может быть, что-то не в порядке с его автомобилем. И здесь в повороте Кастрол он вылетает с трассы, причем неясно, сумеет ли он вернуться обратно. Машина не попала в гравийную зону безопасности, но вполне возможно, что она заглохла. Тем временем, что касается Пола Ди Реста, то по-прежнему шотландец еще ни разу не останавливался в боксах и сейчас продолжает лидировать в этой гонке. И мы видим, что отрыв его над Шнайдером составляет сейчас в данный момент уже более 22 секунд. Таким образом, Пол Ди Реста сейчас на прикатных шинах идет по трассе быстрее, чем Берт Шнайдер. Ну и, соответственно, сейчас все преимущество на стороне шотландца, поскольку явно тот запас, который он себе сделал, позволит ему вернуться после первого пит-стопа вновь впереди Берта Шнайдера. Ну а если вдруг сейчас пойдет на трассе сильный дождь, ливень, то Пол Ди Реста сумеет заехать в боксы, надеть дождевые шины и, соответственно, на этом выиграть еще больше времени. Здесь абсолютно верное решение стороны шотландского гонщика, его инженера, вот так затянуть первую остановку. Благо, судя по всему, запас топлива в баках позволяет это сделать. Ну и сейчас Пол Ди Реста по-прежнему в гордом одиночестве лидирует в этой гонке. Мы видим, что иногда он включает дворник на своем автомобиле. Явно все-таки дождик накрапывает. Но еще раз повторим, что он идет не сильный, но сильный может пойти в любой момент, как это было в прошлом году во время гонки Формулы-1, как это было вчера, всего день назад, когда вдруг гонка Суперкубка Сиат-Леон была прервана из-за сильнейшего дождя. Здесь Мартин Томчик допускает ошибку в первом повороте и в итоге выпускает все-таки вперед Ральфа Шумахера. Ральф Шумахер проехал мимо Мартина Томчика. Но обратите внимание, насколько серьезно пара Audi, Матис Экстрема и Тима Шедера за это время успела оторваться от Ральфа Шумахера. Говорили мы о том, что знаковая для него трасса Нюрбургринг. Вспоминали гонку 99 года. Конечно же, здесь же стоит вспомнить и гонку 97 года для Ральфа Шумахера. Тима Шедер тем временем, как мне показалось, сворачивает в боксы. Очень поздно тормозит, рискует здесь Тима Шедер. И сейчас, может быть, за счет более ранней второй остановки сумеет затем вернуться на трассу впереди Матиса Экстрема. Подождем. Ну а что касается вот той гонки Гран-при Европы 97 года, то Ральф Шумахер также в ней запомнился, но с отрицательной точки зрения, поскольку тогда в первом повороте трассы за рулем своего Джордана выбил своего старшего брата Михаэля Шумахера, который тогда с Жаком Вильнёвым сражался за чемпионский титул и в итоге лишил своего старшего брата важных очков в чемпионате. Возможно, именно их в итоге не хватило Михаэлю до победы в том чемпионате мира. Но и были более позитивные моменты у Ральфа здесь, на Нюрбургринге. Победа в 2003 году, естественно, на глазах своих соотечественников. Одно из самых ярких событий в его карьере пилота Формулы-1. Но что касается его выступления здесь, ДТМ, то Ральф Шумахер справедливо признавал, а мы видим действительно, насколько поздно здесь тормозил Тима Шайдер, чтобы отыграть какие-то доли секунд здесь, на въезде в Бокстен-Гасса. К счастью, он удержал свой автомобиль, не повторил ошибки Тома Кристенсена, которую датчанин совершил вчера во время субботней тренировки. Его развернуло как раз на въезде на питлейн. Правда, тогда Том Кристенсен на установочных кругах ехал на промежуточных шинах. Естественно, они держали трассу гораздо хуже, чем слики. С другой стороны, сейчас слики также не оптимально держат трассу, поскольку температура асфальта падает. Более того, дождь усиливается. И сейчас даже уже в первом повороте трассы маршалы размахивают
желто-красными флагами, которые извещают о том, что покрытие достаточно скользкое. Но это не мешает Полу Ди Ресте по-прежнему лидировать в этой гонке. Более того, потихоньку, но он отрывается от Берта Шнайдера. И сейчас практически уже 23 секунды везет своему более опытному партнеру по команде Мерседес. Тем временем пит-стоп, судя по всему, Матиаса Экстрема. Да, швед сворачивает боксы кругом спустя Тима Шайдера. И сейчас принципиальный момент. Кто вернется на трассу впереди? Матиас Экстрем. Сумеет ли он сохранить позицию впереди Тима Шайдера или немец, который невероятно сейчас атакует на выходе из Кока-Колы, вырвется все-таки вперед. Все решится буквально через несколько секунд. Покидает боксинг Гасса. Сейчас Матиас Экстрем. Ну и на огромной скорости здесь движется Тима Шайдер. Тем не менее, все-таки Матиас Экстрем пока удерживает свою позицию. Не допускает он здесь ошибку на входе в поворот Кастрола. И в итоге статус-кво сохраняется. Тима Шайдер по-прежнему непосредственно позади Матиаса Экстрема. Что ж, пилоты Audi, два лидера этого чемпионата, Матиас Экстрем и Тима Шайдер, уже совершили все свои обязательные остановки в этой гонке. При том, что Пол Ди Ресте, который продолжает лидировать, еще не побывал даже на своем первом пит-стопе. И это говорит о том, что сейчас полное преимущество, весь карт-бланш, что называется, в руках Пола Ди Ресте, поскольку стоит сейчас дождю усилиться и трасса намокнет, как уже во время своего первого пит-стопа Пол Ди Ресте сумеет сориентироваться и надеть дождевой комплект шин, в то время как у пилотов Audi это уже будут неплановые пит-стопы, которые их откинут еще дальше назад. Ну и без того сейчас Матиас Экстрем только 14, Тима Шайдер и вовсе на 15 позиции. Что касается Тома Кристенсена, то он немногим лучше, он сейчас идет на 13 месте, при том, что датчанин еще второй раз в боксах, второй раз планового бокса не останавливался в этой гонке. Соответственно, после пит-стопа Том Кристенсен еще дальше спустится по турнирному положению сейчас в этой гонке. Тем временем в боксах Бруно Спенглер. Для канадского пилота это второй пит-стоп. Здесь проходит с небольшой заминкой замена правого заднего колеса, но, к счастью, ничего фатального. Сейчас канадец возвращается обратно на трассу, но опускается достаточно далеко назад. Более того, он здесь проигрывает Матиасу Экстрему и Тима Шайдеру. Бруно Спенглер возвращается на трассу позади двух Audi, ну а Матиас Экстрем между делом допустил небольшую ошибку в первом повороте, и едва не стоило ему потери позиции. Мы видим, как напряжены, естественно, сейчас на капитанском мостике команды Audi Вольфганг Улих и Ханс Юрген Апп. Конечно же, после квалификации надеялись они на то, что и гонка также преподнесет им удачу, но воскресенье — это совсем другой день, и здесь удача может улыбнуться совсем другим людям. И сейчас впереди у нас по-прежнему на первых шести позициях исключительно гонщики Мерседеса, причем здесь как заводские пилоты штутгартской марки, так и пилоты на прошлогодней технике, как, например, Мар Энгель, который также, как и Пол Ди Ресте, кстати говоря, еще ни разу не останавливался и благодаря этому идет на пятом месте. Тут же Ральф Шумахер следом за своим партнером по команде Мюке на шестой позиции. У Ральфа уже один пит-стоп был. Ну а лучшим из гонщиков Audi на данный момент является Мартин Томчик. Он на седьмом месте, но Мартин Томчик, так же, как и Пол Ди Ресте, так же, как и Мара Энгель, еще ни разу не побывал на своих плановых остановках по ходу этой гонки. После того, как он совершит свой первый плановый пит-стоп, его сумеют опередить наверняка также Сьюзи Стоддарт и Матиас Лауда. Тем временем борьба между двумя лидерами этого чемпионата, двумя партнерами по команде Audi, между Тима Шайдером и Матиасом Экстремом вновь кипит с нешуточной силой. Эти гонщики начали бороться между собой еще два этапа назад на Норрис-ринге, когда Тиму Шайдеру в последнем повороте удалось воспользоваться ошибкой Матиаса Экстрема. В итоге опередить того в борьбе за третье место такой радости не предоставил швед своему сопернику на предыдущем этапе в Занфорте, и в итоге одержал там победу. Ну и вот сейчас очередной раунд борьбы между Матиасом Экстремом и Тима Шайдером. Борьбы за достаточно далекую пока что позицию в этой гонке. Ну а тем временем, наконец-то, пит-стоп лидера этого заезда Пола Ди Ресте, Берт Шнайдер. Посмотрим, удастся ли немцу выйти в лидеры этой гонки. Берт Шнайдер уже на своем первом пит-стопе давным-давно побывал. И только сейчас первую остановку в боксах совершает шотландец Пол Ди Ресте. Пит-стоп должен быть очень быстрый. Но возникает заминка. Более того, слишком рано начинает движение Пол Ди Ресте. Вполне возможно, что переднее левое колесо было не до конца прикручено. Пол Ди Ресте явно здесь может потерять лидерство, и он это делает, поскольку Берт Шнайдер сейчас проскакивает вперед на первое место. Вот такое неожиданное развитие событий. Казалось бы, ничто не должно помешать Полу Ди Ресте после своего планового первого пит-стопа вернуться на трассу вновь лидером этой гонки, но произошла заминка при замене переднего левого колеса, и в итоге это стоит, по крайней мере, сейчас лидерство Полу Ди Ресте. После
первых пит-стопов. Сейчас гонки лидирует у нас Берр Шнайдер, пятикратный чемпион серии ДТМ. Впервые в нынешнем сезоне вот в таких боевых условиях реально возглавляет. Это следом за ним только идет Пол Ди Ресто. Гарри Паффет по-прежнему на третьем месте. Лучший из пилотов на прошлогодней технике. Гарри Паффет творит здесь чудеса. Следом за ним Джейми Грин, заводской пилот марки из Штутгарта. И Ральф Шумахер перемещается после пит-стопа Мара Энгеля на пятую позицию. Мартин Томчик шестой, но Мартин Томчик сейчас является единственным пилотом, который еще не побывал ни на одном из плановых пит-стопов. Повтор эпизода с Полом Ди Ресто. Здесь же был в боксах и Майк Рокенфеллер. Он заезжал на питлейн позади Пола Ди Ресто, но мы видим, что даже он вернулся на трассу перед шотландским гонщиком. Вот сколько было времени потеряно вот на этой заминке механиков команды Мерседес. Гарри Паффет сейчас сворачивает в боксы. Он находился на третьей позиции. Его вплотную сумел догнать Джейми Грин. Ну и сейчас, соответственно, Джейми Грин перемещается на третью позицию в этой гонке, в то время как Гарри Паффет, одним из первых, по крайней мере, среди лидеров, отправляется на свой второй плановый пит-стоп в этой гонке. Я напомню, что уже отстрелялись по плановым пит-стопам у нас гонщики Audi, Матис Экстром и Тима Шайдер. Также Бруно Спенглер побывал второй раз в боксах, и Оливер Джарвис, Матис Лауда, Кристиан Альберст и Маркус Гинкельхок. Но последние трое замыкают сейчас эту гонку, если не считать Майка Рокенфеллера, который идет на самой последней позиции, но у него явно были проблемы, и мы помним его ошибку на самом первом круге дистанции, при том, что Майк Рокенфеллер стартовал со второго места, сумел выиграть этот самый старт, опередил Тома Кристенсена, но уже на входе в Мерседес-арену пропустил Гарри Паффета, ну а затем и вовсе допустил несколько ошибок и откатился на самую последнюю позицию. Здесь продолжается борьба между Экстремом и Шайдером. Правда, на последнем круге сумел швед немножечко оторваться от своего немецкого визави, и сейчас где-то около секунды разница между двумя заводскими Audi, и Экстрем сейчас может чувствовать себя более-менее спокойно на своей позиции. Ну, а эта позиция достаточно низкая, лишь седьмая в данный момент. Таким образом, сейчас борьба идет между двумя лидерами этого чемпионата всего лишь за 2 очка. Впрочем, после того, как на своих пит-стопах побывают Сьюзи Стоддарт и Том Кристенсен, соответственно, еще 2 позиции должны будут теоретически выиграть Матиас Экстрем и Тима Шайдер. Впрочем, сейчас ни о чем с уверенностью говорить нельзя, поскольку погода может поменяться в любой момент. Если сейчас пойдет дождь гораздо сильнее, чем есть на данный момент, то это, естественно, спутает все карты. И будут у нас в том числе и внеплановые пит-стопы со стороны многих наверняка гонщиков. Но не будем сбегать вперед. Все готово для пит-стопа, второго планового пит-стопа для лидера этого заезда Берта Шнайдера. Скорее всего, уже на этом круге немецкий ветеран отправится на питлейн и, соответственно, вновь уступит первую позицию Полу Ди Ресто. Но напомню, что Пол Ди Ресто совсем недавно побывал только на своей первой плановой остановке в этой гонке. Но, с другой стороны, здесь вновь более выгодное преимущество именно у шотландца, поскольку вновь у него затягивается вторая остановка в боксах. Впрочем, я напоминаю, что он ее должен совершить до окончания 33-го круга дистанции. Но максимально ее затянув, он может здесь быстро реагировать на изменения погоды. Также в боксах только что побывала Сьюзи Стоддарт. Шотландка едва не заглохла, покидая своих механиков. Но, к счастью, здесь все обошлось, и она возвращается на трассу в очень плотную борьбу. Там Кристиан Альберст и Матис Лауда, но, судя по хронометражу, все-таки пропускает Сьюзи Стоддарт вперед и австрийского гонщика, и голландского. Матис Лауда выходит, соответственно, на 15-ю позицию. А вот Кристиан Альберст, да, здесь он опережает Сьюзи Стоддарт. Правда, да, тут же контратакует голландского пилота, но все-таки Кристиан Альберст, экс-вице-чемпион серии ДТМ, не пропускает Сьюзи Стоддарт вперед и сейчас выходит на 16-ю позицию в этой гонке. Берр Шнайдер сворачивает бокс-энд-газ, и Берр Шнайдер уступает в этот момент лидерство Полу Ди Ресто. Но это уже второй и вполне возможно последний пит-стоп для немецкого гонщика. В обычных условиях бы мы с уверенностью бы сказали, что это последний для него пит-стоп. Но стоит пойти сильному дождю, как, конечно же, гонщикам предстоит визит в боксы для того, чтобы сменить сухие шины на дождевые. Берр Шнайдер — четкий пит-стоп, никаких здесь проблем не возникло. И в итоге он возвращается на трассу сейчас на третьем месте, пропустив вперед только Ди Ресто и Грина. Ну и остается он впереди Гарри Паффета. Паффет также уже побывал второй раз в боксах. И здесь интересный будет момент посмотреть, сумеет ли Джейми Грин за счет своей оттянутой второй остановки в боксах в итоге вернуться обратно на трассу перед британским гонщиком, поскольку я напомню, что до того момента, как Гарри Паффет свернул в боксы, свернул на питлейн, он находился непосредственно перед Джейми Грином. Вообще, Гарри Паффет в этом году, несмотря на то, что гонщикам на прошлогодних автомобилях в нынешнем сезоне, в отличие от прошлого, гораздо тяжелее бороться с заводскими пилотами,
вот как раз из-за изменений правил касательно пит-стопов. Тем не менее, он показал свой характер, показал свой талант на Норрис-ринге. А мы видим здесь, насколько плотно было между Сьюзи Стоддарт и Кристианом Альберсом. Даже Альберсу пришлось выезжать немножко за пределы трассы. Тревожное лицо страны Норберта Хауга. Вот именно по отношению, судя по всему, к этому эпизоду. Ну а Джейми Гринн сейчас сворачивает обратно в боксы. И через буквально несколько секунд мы узнаем, сумеет ли Гарри Паффет сохранить свою позицию перед Джейми Грином. Или же Грин вернется впереди уже на этот раз. Вот Гарри Паффет сейчас, он в районе шиканы НГК. Приближается к последнему повороту трассы Кока-Кола. И его ждет выход на прямую старт-финиш, разгон по ней. И в это самое время с ограничителем скорости будет к выезду с питлейна двигаться Джейми Грин. Мы видим редкую улыбку грозного Норберта Хауга. В момент гонки такую увидишь нечасто. Но сейчас действительно все складывается в его пользу. И борьба происходит за лидирующие позиции именно между пилотами Мерседеса. Гарри Паффет и Джейми Грин бок о бок. Но все-таки у Паффета здесь лучшая траектория прикатанной шины. И в итоге он сохраняет свою позицию перед Джейми Грином. Борьба двух британцев сейчас на трассе была в первом повороте. И в итоге все-таки Гарри Паффет, несмотря на то, что он останавливался на свой второй пит-стоп несколькими кругами ранее, чем Джейми Грин, и казалось, у Джейми есть возможность пройти несколько быстрых кругов на чистой перед ним трассе. А Грин умеет это делать. Он считается мастером квалификации. Вот мастером как раз одного-двух быстрых кругов. В этом многие уверены, равных ему и вовсе нет. И Том Кристенсен вылетает с трассы. Том Кристенсен вылетает с трассы в повороте Кастрол и застрял его автомобиль в гравии. В этом же самом месте год назад Льюиса Хэмилтона вытащили обратно на трассу. Он сумел продолжить гонку. Также, естественно, памятный эпизод в 2003 году с Михаэлем Шумахером, когда тракторист его вытолкнул обратно на трассу. Посмотрим, последует ли что-то подобное на этот раз. Ну и все-таки Джейми Грин сейчас опережает. То, что не удалось ему сделать после плановых пит-стопов, он делает непосредственно в борьбе на трассе. И Джейми Грин сейчас пропускает Гарри Паффета. Впрочем, не будем избегать того момента, что Гарри Паффету порекомендовали из боксов, так сказать, пропустить Джейми Грина, поскольку Грин, естественно, борется за чемпионский титул. И перед этим этапом, я напомню, именно Джейми Грин является лучшим из представителей Мерседеса в турнирной таблице. Он проигрывает всего лишь одно очко Маттиасу Эктрему и, соответственно, 6 пунктов Берту Шнайдеру. Для Тома Кристенсена эта гонка явно закончена. И авария Маренгеля и Кэтрин Лек в последнем повороте трассы Кока-Кола не поделили трассу немец и британская гонщица. В итоге для них, судя по всему, эта гонка также закончена. Продолжает возглавлять за Пол Ди Ресто, но ему еще предстоит один визит в бокс. И пока это не случилось, я предлагаю вам прерваться на совсем короткое время. Нет, даже мы не будем, естественно, не прерываться ни на какую рекламу. И будем продолжать в прямом эфире следить за этой невероятной гонкой. В прямом эфире на спортивном канале 7ТВ. И ничто на ней помешает последить за развитием событий. Тем более, что сейчас Пол Ди Ресто сворачивает обратно в боксы на питлейн. Это его второй пит-стоп. Берт Шнайдер уже побывал на своей второй остановке несколькими кругами ранее. Ну и сейчас, возможно, ключевой момент всей этой гонки. Сумеет ли Берт Шнайдер вновь вернуться в лидеры? Или все-таки Пол Ди Ресто за это время сумел вот сократить те секунды, которые он потерял на первом пит-топе? Здесь желтые флаги в районе последнего поворота Кока-Кола. Берту Шнайдеру нужно быть предельно внимательными и, не дай бог, не показать свой лучший круг в этой гонке. Именно на этом круге Пол Ди Ресто покидает боксы. Берт Шнайдер бок о бок, два Мерседеса, но все-таки преимущество здесь на стороне немецкого ветерана. У него была лучшая скорость, и в итоге сейчас он возвращается на первую позицию. Берт Шнайдер возвращается на первую позицию в этой гонке за 16 кругов до финиша. Берт Шнайдер на первом месте, Пол Ди Ресто теперь на второй позиции. Третье место также у гонщика заводского Мерседеса — это Джейми Грин. Ну и далее Гарри Паффет на четвертом месте, Маттиас Эктрем лучший из Ауди только пятый. Следом за ним Тимо Шнайдер, Бруно Спринглер, Мартин Томчик и Ральф Шумахер опустился в итоге на девятое место. Ну а мы продолжим следить за этой увлекательнейшей гонкой буквально через несколько минут. И самые интересные события наверняка нас ждут еще впереди. Так что оставайтесь на спортивном канале 7ТВ. В прямом эфире на спортивном канале 7ТВ мы возвращаемся на трассу Нюрбургринг, где продолжается гонка 7-го этапа немецкой кузовной серии DTM 2008 года. Пожалуй, до вот этого уикенда самой интересной гонкой вполне могла считаться гонка на Норрис-ринге, городской этап. Однако, пожалуй, все
вот эти события по интересности перебила сегодняшняя гонка. Совершенно необычные погодные условия, постоянно накрапывающий дождик. И в итоге сейчас у нас впереди два Мерседеса. По-прежнему Берг Шнайдер лидирует в этой гонке. Однако за 13 кругов до финиша Пол Ди Ресто, который уступил свою первую позицию, на которой он находился большую часть дистанции, во многом из-за заминки механиков на его первом плановом пит-стопе. Сейчас Пол Ди Ресто начал догонять Берта Шнайдера. И учитывая то, что шотландец в личном зачете чемпионата занимает гораздо более высокую позицию, и явно у него есть неплохие шансы побороться за чемпионский титул, здесь мы не можем избегать того факта, что Норберт Хаук посоветует Берту Шнайдеру пропустить Пола Ди Ресто вперед, то, как это было несколькими кругами ранее по отношению к Гарри Паффету, который пропустил вперед на третье место Джейми Грина, явно совершенно без борьбы. Ну и за тот промежуток времени, что мы с вами отсутствовали в прямом эфире на трассе Нюрбургринг, практически ничего не изменилось, за исключением того, что Мартин Томчик заехал обратно в боксы, возникли какие-то технические проблемы на его автомобиле, механики сняли правое заднее колесо, рассматривали что-то там в подвеске, возможно, она где-то надломилась. Ну и в итоге вот этот сход Мартина Томчика позволил Ральфу Шумахеру выйти на восьмое место. Ну и сейчас пока что виртуально Ральф претендует на одно очко. Ну а здесь вот та борьба между Бертом Шнайдером и Полом Ди Ресто, когда Шнайдер выезжал обратно из боксов и сумел сохранить свое лидерство. Однако Пол Ди Ресто явно здесь расслабляться и сдаваться не намерен, хотя вот на этом круге он вновь подпустил чуточку вперед Берта Шнайдера, и сейчас немец достаточно уверенно лидирует в этой гонке. Все-таки будем надеяться, что никаких командных указаний с капитанского мостика не последует, тем более, что действительно Берт Шнайдер проехал гораздо быстрее вот этот круг и разом практически на 1,5 секунды сумел увеличить свое превосходство над Полом Ди Ресто. Далее на третьем месте Джейми Грин, Гарри Паффет на 4-й позиции. Таким образом, у нас впереди на первых 4 местах 4 Мерседеса и лучшие из Ауди под управлением Матиаса Экстрема только на 5-м месте. Далее на 6-й позиции Тима Шайдер. По-прежнему Шайдер не так уж и далеко позади Матиаса Экстрема. Вот, кстати, немец сейчас на ваших экранах. Но, с другой стороны, он уже не так близок, как это было в середине дистанции, когда он даже атаковал Матиаса Экстрема. Впрочем, безуспешно. Ну и далее на 7-м месте Бруно Спенглер. И замыкает первую восьмерку Ральф Шумахер. Правда, Спенглеру он проигрывает достаточно много. Ну а вот что касается самого канадца, то сейчас он приближается к Матиасу Экстрему и Тиму Шайдеру. И вполне возможно, что здесь также еще будет интересная борьба между Audi и Mercedes. Ну и за пределами очковой группы в данный момент идут Оливер Джервис, он на 9-м месте. Далее Матиас Лауда 10-й. Кристиан Альберт сумел подняться на 11-ю строчку. Следом за ним Сьюзи Стоддарт, Маркус Винкельхок, Алекс Прима и Майк Рокенфеллер на 15-м месте. Что касается Томчика, Кристенсена, Лег и Энгеля, то, судя по всему, эти гонщики уже окончательно прекращают борьбу. Но, по крайней мере, в отношении Кристенсена, Лег и Энгеля это можно говорить стопроцентно. Между Лег и Энглем произошло столкновение в последнем повороте трассы Кока-Кола. Ну а Том Кристенсен сам ошибся в первом повороте. И посмотрите, зрители вновь раскрывают зонтики. Это означает, что, скорее всего, дождь усиливается сейчас за 11 кругов до окончания этой гонки. И вполне возможно, что финиш будет совершенно непредсказуемым. Если дождь пойдет очень сильный, то, конечно же, гонщикам предстоит нелегкое испытание. Все они сейчас идут на сликах. При том, что многие рискнули начать эту гонку, как вы помните, скорее всего, на промежуточном типе шин. В первую очередь это касается в основном всех заводских пилотов Audi. И из-за этого им пришлось некоторым после прогревочного круга, некоторым после первого круга самой дистанции сворачивать обратно в боксы на неплановый пит-стоп и надевать обратно слики на свои автомобили. Но вот сейчас вновь погода вполне может здесь в Айфелях преподнести очень серьезный сюрприз. Тем временем мы видим, что между Шайдером и Спенглером сейчас расстояние не слишком серьезно сокращается. С другой стороны, впереди тут группа круговых пилотов, вернее, не группа круговых пилотов, а один-единственный пилот, Майк Рокенфеллер. С другой стороны, это пилот Audi. Здесь, конечно же, он не будет мешать своим одноклубникам, если можно так сказать. А вот с другой стороны, немножечко помешать, ну, в рамках правил, так сказать, Бруно Спенглеру он вполне может попробовать сделать. Ну и кроме того, стоит отметить, что Экстрем, Шайдер и Спенглер сейчас достаточно активно догоняют Гарри Паффета, который занимает 4-ю позицию в этой гонке. Так что за 4-е место борьба может идти еще очень интересная. Матиас Лауда здесь едва не вылетает с трассы. Он зацепил, пока мы видим, что, кстати говоря, достаточно серьезные, неприятные проблемы у Ральфа Шумахера, учитывая, что дворник-то ему еще до окончания гонки вполне
вполне может понадобиться. Но вот здесь щетка у него соскочила. И в итоге это может осложнить последние круги гонки для экс-пилота Формулы-1. Что касается Маттиаса Лауды, то зацепил он поребрик на выходе из поворота Кока-Колы. Но это всегда очень опасно делать вот в таких дождевых условиях, поскольку, конечно же, белые вот эти линии, белая краска становится более скользкой, когда на ней нанесена влага. Но все-таки Маттиас Лауда сумел справиться с управлением своего автомобиля, но подпустил к себе практически на дистанцию атаки Кристиана Альберса. И сейчас голландец проигрывает австрийцу уже менее секунды. Там также назревает интересное сражение. Правда, это сражение только за 10-ю позицию. Впрочем, стоит ли чему-то произойти в группе лидеров, как эти пилоты сразу смогут претендовать на очки. Ну а что касается вот здесь борьбы в очковой группе, то Маттиас Экстрем и Тимо Шайдер вплотную догнали Гарри Паффета, который сейчас явно идет по трассе гораздо медленнее, чем заводские пилоты, в отличие от начала этой гонки. Ну и сейчас Маттиас Экстрем вовсю атакует Гарри Паффета. Я думаю, что британец сделает все возможное, чтобы сдержать натиск двух пилотов Ауди и, может быть, позволить Бруно Спенглеру, своему партнеру по Мерседесу, приблизиться к ним вплотную и атаковать Шайдера и Экстрема. Вот посмотрите, какая здесь атака страны Экстрема. Он проходит в итоге Гарри Паффета на выходе из Мерседес-арены. Здесь в повороте RTL, но в итоге лишается части аэродинамического пьеса на своей Audi 2008 года. Это еще может серьезно ему аукнуться на последний круг гонки, поскольку его наверняка, видим, что здесь отлетают части вот этого аэродинамического пьеса от автомобиля Маттиаса Экстрема. Здесь еще ему вполне предстоит борьба с Тимо Шайдером, который сейчас сначала попробует также, естественно, пройти в первую очередь Гарри Паффета, ну а затем побороться с Маттиасом Экстремом, поскольку это принципиальная борьба. И здесь вряд ли будут какие-то командные установки, поскольку оба эти гонщика претендуют на чемпионский титул. Еще раз напомню, что Тимо Шайдер лидирует сейчас в чемпионате на 5 очков, опережая Маттиаса Экстрема. И здесь срезает в очередной раз шикану Майк Рокенфеллер. Но идет он на самые последние сейчас позиции, уже ни за что не борется. Так что мало на что влияет вот эта ошибка Майка Рокенфеллера. Ну а Тимо Шайдер на выходе с последнего поворота. Здесь на разгоне достаточно легко он сумел поравняться с Гарри Паффетом. Ну и проходит в итоге британского пилота. Посмотрим, может быть, на торможении, на поздном торможении перед Кастролом Гарри Паффет попробует контратаковать. Но здесь перекрывает ему более выгодный вход в поворот Тимо Шайдер. И тем не менее Гарри Паффет борется до последнего. Вновь несколько контактов между автомобилями. Вновь здесь есть повреждения, причем очень серьезные у Тимо Шайдера. Задняя часть автомобиля вот здесь вместе с диффузором вполне возможно сейчас и вовсе оторвется. И действительно тут же начинает водить автомобиль Тимо Шайдера. У него гораздо более серьезные повреждения. Его тут же контратакует Гарри Паффет и в итоге возвращает только что упущенную себе позицию британский гонщик. Посмотрим, сумеет ли Тимо Шайдер приспособиться вот к этим изменившимся условиям его автомобиля. Сумеет ли он продолжать эту гонку или же темп его будет падать. По крайней мере сейчас он вплотную вновь за Гарри Паффетом. С другой стороны, у британца автомобиль также несколько поврежден. Но все это играет на руку Маттиасу Экстрему, который сейчас отрывается от пары этих пилотов и уже достаточно комфортно себя чувствует на 4-й позиции. Ну а в лидерах у нас гонки по-прежнему Берт Шнайдер. Причем на последних кругах дистанции Шнайдер едет гораздо быстрее Пола Ди Ресты и уже на более чем 4,5 секунды опережает шотландского гонщика. Тем временем дождь здесь усиливается. Джейми Грин идет на 3-м месте. Пока мы видим, что тут же судит. И ошибка Маттиаса Экстрема. Маттиас Экстрем срезает здесь шикану НГК, проезжает по ее более пологой, если можно так сказать, части. Но, естественно, за этот счет он не выигрывает позиции, поэтому не будет наказан. Соответственно, здесь ничего серьезного. Ну а что касается Гарри Паффета, то уже сейчас судьи начинают анализировать вот тот эпизод, ту его оборону от атак Тимо Шайдера и Маттиаса Экстрема. И вполне возможно, что Гарри Паффет будет здесь наказан. Пока мы видели, как супруга Тимо Шайдера внимательно следит за своим мужем, за тем, как он сейчас атакует Гарри Паффета. Ну а что касается семейных дел именно Гарри Паффета, то вот в ближайшие дни ожидается у него пополнение в семействе и рождение уже 3-го ребенка в его семье. Пока же мы видим, как здесь Тимо Шайдер атаковал Гарри Паффета. Ну а британец не сдавался. И действительно, здесь достаточно серьезный пинок в заднюю часть автомобиля Тимо Шайдера, которая привела вот к повреждениям Ауди немецкого пилота. Ну и в итоге привела к тому, что Гарри Паффет сумел вернуть себе позицию и вновь опередить Тимо Шайдера на выходе уже из Мерседес-арены. Очень интересная борьба в этой группе. Ну а что касается тех пилотов, которые идут позади, нет, да, вот получает здесь предупреждение, но пока всего лишь предупреждение. Черно-белый флаг — это еще не наказание. Это означает, что если еще будет малейшая провина со стороны Гарри
Гарри Паффета, то он будет уже наказан проездом через питлейны. А пока в боксах мы видим, механики за 7 кругов до окончания этой гонки готовят дождевые комплекты шит, поскольку, судя по всему, дождь усиливается не на шутку. И также мы видим предупреждение и Маттео Секстрему. Также судьи посчитали, что его атака на Гарри Паффета, наверное, или вот за счет вот этой срезки шикана, может быть, он выиграл время. И также ему предупреждение выносится с судейского корпуса. Соответственно, если последует, допустим, еще одна вот такая срезка шикана, то он может быть уже наказан проездом через питлейн. Пол Ди Ресто сворачивает боксы. Пол Ди Ресто, который занимал в этой гонке вторую позицию, сейчас в боксах за дождевым комплектом шин. Всего лишь за 6 кругов до окончания этой гонки. Посмотрим. Сейчас может произойти все, что угодно. Берт Шнайдер и Джейми Грин остаются на лишний круг на трассе. Но здесь, в районе прямой, старт-финиш дождь действительно очень сильный. И, пожалуй, впервые с начала этой гонки появляется шлейф-брызг позади автомобиля. Соответственно, Пол Ди Ресто, если он сейчас получит преимущество за счет дождевого комплекта шин, то вот сейчас за этот один-единственный круг, а дождь действительно сильно, ошибается Сьюзи Стоддарт. Сьюзи Стоддарт допускает ошибку в повороте Кума, вылетает здесь с трассы, но, к счастью, возвращается обратно на нее. Мы видим, что здесь не удержала на поребрике свой прошлогодний Мерседес шотландская гонщица. В итоге теряет на этом время. А вот Пол Ди Ресто сейчас на дождевых шинах вполне может идти по трассе гораздо быстрее. У Ральфа Шумахера проблемы. Ральф Шумахер еще попробовал дернуться с места в тот момент, когда его автомобиль стоял на домкратах. Но, тем не менее, Ральф Шумахер сейчас также на дождевом комплекте шин. Посмотрим, что все это принесет. Наверняка некоторые из пилотов, некоторые из лидеров, может быть, даже Берт Шнайдер и Джейми Грин попробуют дотянуть до финиша на сликах, поскольку до финиша сейчас остается всего лишь 5,5 кругов. Но, с другой стороны, дождь явно усиливается, и трасса очень мокрая. Сейчас невероятные усилия прилагал Гарри Паффет, чтобы удержать его Мерседес на трассе. Ему это лишь чудом удалось. Но Берт Шнайдер действительно до сих пор не заезжает в боксы. Возможно, Немец вместе со своим инженером надеется на то, что дождь также быстро и закончится. Трасса вновь начнет немного просыхать. И это позволит ему успешно завершить эту гонку на сликах. С другой стороны, пока что дождь не заканчивается. Ну и допустить ошибку в таких условиях гораздо, естественно, проще. Мы видим, что Тимо Шнайдер также решается заехать в боксы. В итоге он бросает Маттео Секстрема и Гарри Паффета. Ну а дождь здесь в районе прямой старт-финиш действительно не шуточный. До финиша всего лишь 5 кругов. Тимо Шнайдер присоединяется к Полу Ди Ресто и к Ральфу Шумахеру. Также решает сменить слики на дождевые шины. Ну и посмотрим. В итоге Пол Ди Ресто сейчас вернулся на трассу на 6-м месте. Соответственно, за счет пидстопа Тимо Шнайдера он переместится на 5-ю позицию. Ральф Шумахер на 8-м месте. Сейчас будет интересно сравнить темп этих пилотов по сравнению с гонщиками, которые идут на сликах. Кто быстрее и, главное, насколько сумеет ли Пол Ди Ресто с Ральфом Шумахером и Тимо Шнайдером вот за эти считанные круги до финиша на дождевых шинах догнать тех гонщиков, которые продолжают заезд на сликах. Сейчас темп Берта Шнайдера 1.41 ровно. Чуть быстрее идет по трассе Джейми Грин и Маттео Секстрем. Гарри Паффет! Стоило пойти дождю, как Гарри Паффет вновь дополнил о себе. Он борется на равных с заводской Ауди и опережает Маттео Секстрема. Гарри Паффет под дождем просто безупречен. И сейчас в итоге Гарри Паффет перемещается на 3-е место, несмотря вот на эти повреждения своего прошлогоднего Мерседеса. Явно, что под дождем, когда нивелируется разница в автомобилях этого и прошлого года, Гарри Паффет может показать весь свой талант. И сейчас он на 3-м месте. Берт Шнайдер вновь не заезжает в боксы. Явно, что немец попробует дотянуть на сликах уже до самого финиша. Но темп наверняка его сейчас упадет. Мы видим, что здесь же и супруга Берта Шнайдера внимательно следит за своим мужем. Очень нужна эта победа Берту Шнайдеру. В этом сезоне еще ни одного успеха на его счету. Сейчас даже быстрее, чем предыдущий круг прошел Берт Шнайдер. 1.48. Что касается Пола Ди Ресто, то подождем шотландца на финише круга, чтобы судить о темпе пилотов, которые идут сейчас на дождевых шинах. Может быть, и поспешил в итоге Пол Ди Ресто с Ральфом Шумахером и Тимо Шнайдером. Стоило все-таки остаться на трассе. Так или иначе, Джейми Грин сейчас в 10 секундах позади Берта Шнайдера на второй позиции. Гарри Паффет вышел блестяще на 3-е место. Маттео Секстрем вновь за пределами первой тройки на 4-й позиции. А вот он и Пол Ди Ресто. Итак, следим за темпом Пол Ди Ресто. Он гораздо быстрее, чем гонщики, которые идут на сликах. На 3 секунды он быстрее, чем лидер этой гонки Берт Шнайдер. Но вся проблема в том, что до финиша остается всего лишь 4 круга. Уж сейчас уже даже меньше для лидера Берта Шнайдера. И за это время вряд ли Полу Ди Ресто удастся догнать немецкого пилота, побороться за победу в этой гонке. С другой стороны, еще раз не будем сбрасывать тот факт со счетов. Что сейчас на сликах в дождь допустить ошибку гораздо тяжелее, чем, естественно, двигаясь по дистанции по трассе на дождевых шинах.
как у Пола Ди Ресты, Ральфа Шумахера и Тима Шредера. Что касается Ди Ресты, то сейчас он уже на 5-й позиции, Ральф Шумахер на 9-м месте, ну и Тима Шредер вернулся на трассу на 7-м месте. Вот такое положение у пилотов, которые перешли на дождевые шины, и мы видим, что Пол Ди Реста догнал Гарри Паффета и Маттиаса Экстрема, гонщиков, которые сражаются между собой за 3-е место. До финиша сейчас остается уже всего лишь чуть более чем 3 круга, и Пол Ди Реста, смотрите, как быстро он настигает здесь Гарри Паффета и Маттиаса Экстрема, и здесь явно быстрее его Мерседес, и задолго даже до поворота Кока-Кола поравнялся с Маттиасом Экстремом Пол Ди Реста и опережает шведского гонщика. Здесь же стоит отметить, что Маттиас Экстрем пропускает, да, Пола Ди Реста. Здесь же стоит отметить, что Гарри Паффет, скорее всего, не будет сопротивляться атакам шотландского гонщика, но с другой стороны, вот как внимательно здесь обратили внимание, не работают дворники у Пола Ди Реста. Естественно, это доставляет ему сейчас неудобств. Но с другой стороны, даже несмотря на все это, Пол Ди Реста сейчас опережает и Гарри Паффета. Но явно, что британец здесь посторонился и не стал мешать шотландскому гонщику, который сейчас на трассе гораздо быстрее. Так, 3 круга до окончания этой гонки. Ну а Пол Ди Реста перемещается таким образом у нас на 3-е место в этой гонке. Его отрыв от Джейми Грина не такой уж и большой, всего лишь где-то около 3 секунд, при том, что Джейми Грин идет на сликах и идет гораздо медленнее. Идет гораздо медленнее сейчас уже где-то на 5 секунд с круга, чем Пол Ди Реста. Соответственно, то же самое касается и Берта Шнайдера. Но Шнайдер выигрывает у Пола Ди Реста сейчас 10 секунд. Может быть, за счет этой борьбы чуточку еще проиграл Пол Ди Реста. Но в любом случае, в принципе, если отыгрывать по 3-5 секунд с круга, за 2 даже круга до финиша, еще, может быть, будет возможность у Пола Ди Реста догнать Джейми Грина и Берта Шнайдера. Пока что в это верится слабо, поскольку мы видим, как далеко сейчас вот черная точка появилась Пол Ди Реста. Он на 3-м месте. Сейчас он много достаточно проигрывает Джейми Грину и Берту Шнайдеру. С другой стороны, стоит учитывать то, что по трассе он идет гораздо быстрее, чем 2 лидера этой гонки. И явно, что дождь не собирается сейчас утихомириваться. И идет он, похоже, с той же самой силой, что и несколькими кругами ранее, когда только и начался вот этот сильный шквал дождя. Тем временем борьба вновь между Маттиасом Экстремом и Гарри Паффетом. Паффет допускает ошибку в повороте Кока-Кола. И здесь очередной контакт между шведом и британцем. Очередные обломки отлетают от их автомобилей. Но все-таки Гарри Паффет сохраняет свою 4-ю позицию. Как бы ему не сказать подать здесь штраф вот за свою такую уж чрезмерную оборону от атак Маттиаса Экстрема. В итоге швед остается пока что 5-м. Шайдер вернулся на 6-ю позицию. Бруно Спенглера он сумел обогнать только что. Это осталось вне поля зрения телекамер. Спенглер, соответственно, на 7-й позиции. Как дела у Ральфа Шумахера? Он сейчас 9-й. Но ему совсем немного. Много там до Маттиаса Лауды и не так уж и далеко и до Бруно Спенглера. Так что у Ральфа Шумахера есть отличная возможность побороться за свои первые очки в карьере пилота серии ДТМ. Посмотрим, удастся ли это сделать Ральфу Шумахеру. 1,5 круга остается до финиша. Вопрос о победителе открыт. Берт Шнайдер по-прежнему лидирует. Джейми Грин проигрывает ему 10 секунд и 15 секундах позади Пол Ди Реста. Но эти 15 секунд были на отсечке предыдущего круга. А сейчас, конечно же, сумел многое из этого отыграть Пол Ди Реста. Здесь борьба как раз между Тимом Шредером и Бруно Спенглером. И в итоге Шредер здесь сумел пройти за счет того, что он едет на дождевых шинах, сумел пройти Бруно Спенглера на Мерседесе, обутом в слике. Конечно же, явная разница в скорости. И посмотрите, Пол Ди Реста догнал Джейми Грина. Торможение перед шиканой НГК. Здесь преимущество неоспоримое на стороне шотландца. Но Джейми Грин не намерен пропускать своего партнера по команде. Но оппонента в борьбе за чемпионский титул. Но все-таки Пол Ди Реста здесь на торможении перед Кока-Колой проходит Джейми Грина. И пилоты отправляются на последний круг дистанции. Сумеет ли Берт Шнайдер на сликах удержаться на первом месте? Или Пол Ди Реста с невероятным темпом на дождевых шинах сумеет его догнать? И также вот где-то в районе поворота Кока-Кола предпринять свою атаку на лидера этой гонки Берта Шнайдера. Сейчас 10 секунд разницы между Шнайдером и Ди Рестой. Соответственно, в темпе у них разница в районе 5 секунд. Но если не допустит какой-то серьезной ошибки сейчас на финальном круге дистанции Берт Шнайдер, то, скорее всего, все-таки не удастся Полу Ди Ресте догнать немецкого гонщика. Но в любом случае можно сказать, что та тактика, которую выбрала бригада инженеров Пола Ди Реста и сам шотландец оправдался, поскольку, по крайней мере, он вернулся на ту же самую позицию, на которой был до своего 3-го пит-стопа в этой гонке, когда он решил перейти со сликов на дождевые шины. Ну и более того, все-таки у него еще остается возможность побороться с Бертом Шнайдером за победу. Я напомню, что Шнайдер сейчас едет на сликах, и, конечно же, в таких условиях вполне даже король ДТМ может допустить
ошибку и в любом месте вылететь с трассы, что позволит выйти вперед Полу Диретти. Здесь же Гарри Паффет держит оборону, и вновь он впереди двух гонщиков Audi, но Тимо Шредер здесь гораздо быстрее, он на дождевых шинах, и он догнал пару этих пилотов. Конечно же, сейчас он попробует опередить Матиаса Экстрема. В атаку идет Тимо Шредер и обгоняет Матиаса Экстрема. Здесь обгоняет или нет все-таки? Мы видим, что Матиас Экстрем, несмотря на слики, продолжает бороться с Тимо Шредером, поскольку это принципиальное сражение, возможно, за лидерство в чемпионате этого сезона. Ну а Берт Шнайдер уже выходит из последнего поворота. Берт Шнайдер, король ДТМ, на первом месте впервые в нынешнем сезоне. Блестяще в итоге немец не допустил ошибки на сликах на мокрой трассе. Ну а Пол Ди Ресто сделал все, что можно. Еще 5 секунд отыграл на последнем круге, и в итоге в 5 секундах позади Шнайдера финишировал на втором месте. Ну а кто будет третьим? Тимо Шнайдер, Матиас Экстрем или Гарри Паффет? Тимо Шнайдер атакует Гарри Паффета, но не проходит. Вернее, это борьба за четвертое место. Третьим, естественно, финишировал Джейми Грин. Ну а что касается борьбы между Паффетом и Шнайдером, то все-таки Гарри Паффет сумел удержаться перед немецким пилотом. Норберт Хаук, возвращается улыбка на его лицо. Был зол вчера после квалификации босс спортивного подразделения Мерседеса, но сейчас он счастлив, его пилоты на подиуме. Что касается Ральфа Шумахера, то он вышел на восьмое место. Он опередил Матиаса Лауду. И посмотрите, как приветствует стане Мерседеса Ральфа Шумахера. Это исторический момент. Это первые очки Ральфа Шумахера в серии ДТМ. Он нацеливался на это после вчерашней квалификации, и он выполнил свою цель. Ральф Шумахер на восьмом месте. Но главный герой — это Берт Шнайдер, немецкий ветеран. Доказывает, что есть еще порох в проходницах. Рано его списывать со счетов. И вот в этих сложнейших условиях именно Берт Шнайдер оказался лучшим. Он не допустил ошибки, несмотря на невероятный прессинг. Естественно, ему сообщали о том, что Пол Ди Ресто едет на дождевых шинах и активно к нему приближается. В таких условиях очень легко потерять концентрацию и ошибиться. Но Берт Шнайдер этого не сделал. И в итоге он крутит жука здесь на круге почета, празднуя свою первую победу в нынешнем сезоне. И триумф команды Мерседес. В итоге полный подиум именно этой штутгартской команды. Норберт Хаук поздравляет, естественно, своих коллег по капитанскому мостику. Ну и более того, не только полный подиум, но и первые 4 места принадлежат Мерседесу здесь, на Нюрбургринге. Таким образом, штутгартский концерн отвечает за тот унизительный позор, за то унизительное поражение, которое Audi нанесла по Мерседесу 2 недели назад в Занфорте. Теперь первые 4 места уже не у Audi, а у Мерседеса. Кто бы мог это предположить по итогам вчерашней квалификации? То, что Мерседесы здесь сумеют одержать такой триумф. И в итоге на первом месте Берт Шнайдер, который, напомню, начинал эту гонку лишь с 9-й позиции. Пол Ди Ресто, который и вовсе был расположен еще хуже, на 12-м месте, в итоге финишировал вторым. Ну а Джейми Грин, стартовавший также достаточно далеко, с 13-й позиции, финишировал на 3-м месте, и поднимается он на подиум. Ну и таким образом Джейми Грин, кстати говоря, улучшает свою позицию в чемпионате. Он вновь опережает Матиаса Экстрема и, соответственно, идет сейчас на 2-м месте. Ну а Тимо Шредер, судя по всему, сохраняет свое лидерство в чемпионате 2008 года. Ну и также стоит отметить, что Матиас Экстрем хоть и пропустил вновь, как и на Норрис-ринге, на самом последнем круге Тимо Шредера, но финишировал на 6-м месте. С другой стороны, проиграл еще важные очки Матиасу Экстрему и также, естественно, Полу Ди Ресто и Джейми Грину. Ну и 8-е место Ральфа Шумахера. До последнего он боролся, в итоге сумел пройти Матиаса Лауду. Ну а Лауду прошел также, кстати говоря, на последнем круге и Маркус Винкельхок. Но немного не хватило все-таки Винкельхоку до очков в этой гонке. Он финишировал 9-м. Ну а далее за Лаудой на 11-м месте Кристиан Альберс. На 12-й позиции Сьюзи Стоддарт. Оливер Джервис на 13-м месте. Алекс Прима 14-й. Майк Рокенфиллер финишировал на 15-м месте. Он, как и Прима, проиграл лидером целый круг. Ну а что касается Томчика, Кристенсена, Лег и Энгеля, то эти пилоты до финиша добраться по тем или иным причинам не сумели. Что касается Кристенсена, его собственная ошибка в первом повороте. Лег и Энгель столкнулись в борьбе между собой в последнем повороте этой трассы. Мы видим, что Петер Мюкке поздравляет Норберта Хауга. Ну и сам Норберт Хауг, естественно, может вполне здесь поздравить руководителя команды Мюкке Моторспорт с очком, которое завоевал для этой конюшни Ральф Шумахер. Это первое очко, кстати говоря, для подопечных Петра Мюкке, поскольку Мар Энгель также в этом году еще не был
нас в очковой группе. Ну, что касается Томчика, я говорю о пилотах, которые не сумели добраться до финиша, то он сошел явно из-за технических проблем. Ну, мы видели Пола Ди Реста только что на ваших экранах. Явно не расстроен все-таки шотландец, несмотря на упущенную победу, но во многом эта победа упущена из-за механиков. С другой стороны, и Бештендер провел отличную гонку. Ну, а мы беседуем с Робертом Хаугом. Настроение у него гораздо лучше, чем вчера. We just did do the better job. I must say we were quicker. I think we were quicker yesterday already, but что ж, мы сделали просто нашу работу. Мы быстро среагировали на изменившиеся условия. В общем-то, и вчера в квалификации, говорит Норберт, мы также быстро на это среагировали, но регламент был против нас. Сегодня же мы принимали правильные решения на каждой стадии гонок. Now we have six cars in the points. В итоге Берштайнер остался на сликах. Это было смелым решением, но он сумел победить. Ну и шесть машин в очковой группе — это отличный результат. Ну и кроме того, я бы, естественно, выделил Джейми Грин и Пола Ди Реста. Они также провели отличную работу. И этот чемпионат просто потрясающий. Очень интересная борьба и совершенно непредсказуемая концовка. Ну и отмечает Норберт Хаук о том, что для нас, для концерна Мерседеса, очень успешные вот эти последние недели в Хокенхайме, в Сильверстоуне, на предыдущих двух этапах чемпионата мира Формулы-1 мы вместе с Льюисом Хэмилтоном отпраздновали победу, ну и продолжение вот этих победных традиций теперь здесь на Нюрбургринге в серии ДТМ. Норберт Хауг наверняка вновь, как неделю назад он на Хокенхайм-ринге поднялся на подиум, получая кубок за победу в командном зачете для команды Макларен. Может быть, и сегодня он также поднимется на подиум, поскольку весь подиум окрашен в цвета штутгартского концерна. Третье место у Джейми Грина, вторая позиция у Пола Ди Реста, который до самого последнего сражался за победу с Бертом Шнайдером, но в итоге не хватило времени. Может быть, еще один лишний круг, и тогда бы наверняка Пол Ди Реста догнал бы и опередил бы Берта Шнайдера. Ну а король ДТМ сегодня был безупречен. Он провел абсолютно безошибочную гонку и в итоге вполне заслуженно финишировал на первой позиции. Еще раз отмечу, что это первая победа для Берта Шнайдера в нынешнем сезоне. Ну и таким образом он укрепляет свои позиции в команде Mercedes, напоминая о себе, напоминая о том, что он еще вполне может преподносить хорошие результаты в гонках и финиширует на весьма и весьма высоких позициях. Действительно, сегодняшняя гонка стала просто невероятной по накалу, по напряженности и совершенно непредсказуемой. Результаты сейчас на ваших экранах. Еще раз отметим, Гарри Паффет лучший из пилотов на прошлогодних автомобилях. Он на четвертом месте, впереди Тима Шайдера и Маттиаса Экстрема, двух лидеров, бывших двух лидеров этого чемпионата, поскольку Экстрем вновь выпадает из вот этого числа двух лидеров. Он теперь на третьем месте позади Джейми Грина. Ну и Бруно Спенглер финишировал седьмым, и Ральф Шумахер заработал свое первое очко в серии ДТМ на трассе Нюрбургринг. Вот эта знаковость для него на трассе Нюрбургринг продолжает действовать. Ну и на этот раз она, вот эта знаковость, если можно так сказать, действует с положительной точки зрения. Ральф Шумахер вчера лучший результат в квалификации, седьмой результат, и в итоге финиш в очковой группе на восьмом месте. Очень хотел здесь именно открыть счет своим очкам Ральф Шумахер, и в итоге ему удалось это сделать. Кстати, родной город братьев Шумахеров, Керпен, расположен совсем неподалеку от Нюрбургринга, где-то здесь всего лишь 100, может быть, дальше меньше километров, если по прямой мере, так что Ральф Шумахер здесь может себя чувствовать действительно как дома. Ну и в итоге вот эти домашние стены ему помогли, и он сумел одержать блистательную победу. Вот что касается Берта Шнайдера, то в его успешной, очень успешной карьере пилота серии ДТМ это победа 19-я по счету. Я напомню, что в прошлом сезоне он также добыл одну победу за весь чемпионат, и это было в Брэнс Хэтче, где, кстати говоря, состоится следующий этап. Ну а что касается Джейми Грина, то действительно он опережает Маттиаса Экстрема, проигрывает теперь всего лишь 4 очка Тима Шайдеру. Экстрем на третьем месте, в свою очередь всего лишь одно очко выигрывая у Пола Ди Ресты. Очень плотная первая четверка пилотов. Ну и также Бруно Спенглер, в общем-то, не так уж и далеко позади. Он в 8 очках сейчас, в 9 очках позади своего партнера Пола Ди Реста. Так что здесь борьба также еще вполне вероятна за титул. Ну и мы послушаем Вольфганга Ульриха, спортивного директора концерна Audi. Вчера квалификация принесла вам удачу, ну а сегодня она от вас отвернулась. Ну что ж, не оправдался прогноз погоды, который мы располагали.
Синоптики обещали дождь сразу после старта, в итоге мы рискнули выйти на промежуточных шинах, но мы поняли, что это ошибочный выбор, и в самом начале вынуждены были вновь поменять шины на слики. В итоге некоторые наши пилоты даже заехали после прогревочного круга на питлейн и стартовали уже оттуда. В итоге это полностью смешало нашу стратегию. Ну и в конце мы рискнули Мати с Экстером оставить на сликах, Тима Шредера перевести на дождевые шины, чтобы по-разному здесь избежать проблем. Один из пилотов явно должен был быть на правильной тактике. Ну что же, мы сегодня сделали все, что было в наших силах. Сегодня нам просто не повезло, но таковы гонки, таков спорт. Ну что ж, пожелаем Вольфгангу Ульриху больше удачи на следующем этапе. Ну а сейчас Берт Шнайдер вновь на верхней ступеньке пьедестала почета спустя ровно практически целый год. В прошлом году в Брендс-Хетче он выиграл гонку, ну а до этого его последняя победа была в 2006 году на Лаусизринге и немецкий гимн в честь Берта Шнайдера. Звучали торжественные ноты немецкой отчизны, гимна Германии в честь Берта Шнайдера. Я сказал, что это 19-я победа для него в серии ДТМ. Она действительно 19-я, но если учитывать только так называемый новый ДТМ, если же брать в расчет всю историю этой немецкой кузовной серии, то для Берта Шнайдера это уже 43-й триумф, 43-й победный кубок. И по этому показателю он абсолютный рекордсмен. Ближайшие его преследователи Клаус Людвиг, Куртим, Никола Ларини и Джонни Чикотто уже давно не выступают в этой серии. Ну и достаточно сравнить, что из ныне действующих пилотов лучший показатель у Матиаса Экстрема 12 побед. И, конечно же, 43 победы и 12 побед – это несравнительные числа. Что касается Пола Ди Ресты, то он возвращается на подиум. Он на втором месте и вполне доволен этим результатом. Естественно, учитывая его низкую стартовую позицию, так же, как и Джейми Грина, вряд ли эти пилоты рассчитывали оказаться на подиуме. Они надеялись в лучшем случае побороться здесь за очки. Но в итоге вместе с Бертом Шнайдером они на пьедестале почета. Полный триумф команды Mercedes. Ну и ситуация в чемпионате обостряется между пилотом Audi Тимом Шнайдером и гонщиком Мерседеса Джейми Грина. Всего лишь 4 очка. Еще в 2 очках позади идет Матиас Экстрем. Ему, в свою очередь, всего лишь 1 очко теперь проигрывает Пол Ди Реста. Так что концовка этого чемпионата обещает нам невероятнейшую интригу. Ну а пока серия ДТМ уходит на летние каникулы. И следующий этап состоится только в последние выходные августа. И это будет выездной этап на трассе Брендс-Хетч, где год назад Берт Шнайдер сумел одержать победу. Ну и затем нас ждет французский Лиман и финал сезона на Хокенхайм-ринге. И вполне возможно, что именно там и будет решаться судьба чемпионского титула этого сезона. Действительно, сезон очень и очень захватывающий. И равная борьба, пускай иногда, может быть, на какой-то трассе преимущество имеют гонщики Audi, на других, может быть, чуточку лучше выступают Мерседесы. Но в целом борьба в чемпионате очень напряженная и очень плотная. Ну и сейчас реально за титул вполне могут побороться 4, а то и 5 пилотов. Тима Шнайдер, Джейми Грин, Пол Ди Реста и Матиас Экстрем. Ну и также Бруно Спенглера не будем сбрасывать со счетов. Очень быстрый канадец. Пока что он идет чуть поодаль от этой четверки лидеров на 5-м месте. Но вполне возможно, что удача улыбнется наконец-то ему в этом сезоне. Еще он сумеет, может быть, и наконец-то отпраздновать победу в этом году. Посмотрим, что будет через месяц в Брендс-Хетче. Совсем другая там будет, естественно, гонка. Совсем другая история. Ну а сегодня та гонка, которая состоялась на Нюрбургринге, безусловно, войдет в историю. Она стала самой интересной, пожалуй, пока что в нынешнем сезоне. Даже побила по интересности, по вот этому
куражу этап на Нюрбургринге, на городской трассе, где также борьба шла за победу от самого старта и до самого финиша. Но здесь еще, ко всему прочему, непростые погодные условия добавляли интриги, пошедший незадолго до финиша дождь, разные шины на автомобилях лидеров. Ну и вчерашняя квалификация — это и вовсе форс-мажор, необычные такие условия. Ну и кроме того, не забываем, что мы стали сегодня свидетелями такой вечерней гонки, но это был единичный случай из-за финиша Тур де Франс. Обзор этого этапа смотрите на нашем канале во вторник, 29 июля в 22:05. Ну а следующий, 8-й этап, состоится 30 и 31 августа на английской трассе Brands Hatch. Сегодня в 22:00 смотрите прямую трансляцию гонки 20-го этапа серии NASCAR Sprint Cup из Индианаполиса. Ну а гонку 7-го этапа серии DTM для вас комментировал Сергей Беднарук. После рекламы смотрите обзоры гонок поддержки серии DTM, Кубка Volkswagen Polo, Суперкубка Сиа-Днён и Кубка Porsche Carrera на ваших экранах. Бет Шнайдер. Ну а я вам напоминаю, что гонки — это жизнь, а все, что происходит до и после, просто ожидание. До встречи на гонках на спортивном канале 7ТВ. До свидания.